Итак, доброго здравия, дорогие друзья. Рад приветствовать на трансляции, как обычно. Сегодня мы будем играть сначала в Герычей, прежде чем погрузимся в КБУшную доту. Вот, в принципе, у меня вся новость, вся информация. Вот, смотрите, доказательства. Показываем вот этот экранчик. Будем с барабаном играть. Он предложил, поэтому я так прикинул и понял, что, конечно, есть резон сыграть. Плюс 15 ПТСиков у него. Ну, маловато, конечно, маловато. Ну, ладно. Так, сейчас поможем настроить. Я-то как бы, ребят, сами понимаете, в этом деле мастер. Сейчас мы, значит, как там... Как у меня захватилось окно. Ну, не помнишь, на данный момент вроде просто не конкурент. Спринт номер один родился в Брянске, Real Life, при таком уровне. Так, а что, он это самое затащил что-то? Я не очень слежу. Зашел спросить, дота будет когда? Дота будет, ну, по идее, часов 8. У нас сегодня Epic Origins League, Follow By. Так что приблизительно 8 начало, но, опять же, вероятно, пораньше. Может быть, попозже. Так, хорошо, что барабан подрубает. Может будет пострим снайпить немного. Почаще стрим, пожалуйста. Я в самоизоляции. Мне очень скучно. Хорошо. Хорошо, буду стараться. Подожди, а самоизоляция это... Ну, хотя ладно. Это очень плохой вопрос. Ты просто самоизолировался, правильно? От всех. Правильно, правильно, конечно. Турниры претендентов. Ян обходит остальных игроков по очкам за матч с чемпионом мира. Ой, кайф. По-моему, у тебя VR-шлем. Нет, у меня нету VR-шлема и Алексов не будем проходить никаких. Блин, брудершафт или как пишется? Ну ладно, предположим, что так. Это слово настолько старо уже, то что, мне кажется, можно заново его правописание сделать. У КБУ тяжкие времена, судя по последним играм. Ждать ли нам сегодняшних изменений? Вера жива. Ну, ты знаешь, сейчас, в принципе, тяжкие времена и для КБУ в том числе. Но мы стараемся, мы стараемся. Стараемся не переставать рофлить. Так. А, не просто барабан, ультра хайс барабан. Ну, правильно. Так, ладно, ну не получилось, бывает. Так, ладно. Ой, вот это пара. Это прям покчам пара, как по мне. Сука. Ну вот это отстой полный, честное слово. Ну вот играть за замок, типа, это...
Хотя и цита тоже это не мое. Антизамки мои. Можно все забанить? Блин, я хост, наверное, можно, но... Минус замок. Хотя, подождите, давайте замок или цит. Замок или цит. Цит или замок. Минус замок. Замок больше не нравится. Стормью, спасибо большое. Очень приятно. И также спасибо за 66 месяцев подряд уже. Так, Инферно Цита. Так. Сейчас. Ладно, короче, я понял. Ну хотя бы не цит, это не цита, да, уже. Но как бы... Ладно, все, плюс. Кто такой барабан? Человек со стримхата из Ургов? Нет, это игрок команды КБУ. Ультра ХС барабан. Блин, короче... 55, крепость против данжа, Дон Жуана. Ну, за крепость на самом деле норм играть. За исключением того факта, что мы по болоту путешествуем. Это нужны типа масс улики, которые хрен найдешь. Я бы, конечно, за некров. Ох, за некров. Поникрить бы сейчас. Ладно, давайте сейчас за данжик, получается, быстренько развалим. Точнее, за крепость. Так. 4800, по-моему, да? Да. Можно попробовать, конечно, знаете, кем сыграть? Вистаном, где он? Вот, типа, лизарды, заградить лизардов с блесом, они хорошо стреляют очень, только особо нечего брать этой хренью. Блин, может реально зарофлить чем-то, поиграть интересным? Что у нас есть? Щит, камнекожа, слабость... Стрелка у Розика, ну это интересно, вот замедло есть, но специализация обучаемость это, конечно, фантастика. Защита от огня, ну короче, походу дефолт будем играть. Ну да, тут как бы особо нет вариантов. Грешник 666, 62 месяца, спасибо большое, спасибо тебе. И тебе тоже здоровья. Андрей Батькович, вот я тебя всегда так называл, если ты помнишь. И вот, наконец, с авансом выданное стало явью. Удачи тебе, Эндрю, и крякни за львенка. Ну ты, конечно, смотри какой, смотри какой. Ну. Все, блядь, последний раз, пожалуйста, не надо больше. Так, смотрите, у нас Диммер есть. Надо подкачать будет его. Так, а чё? Магии какие? Волшебство там? Чик-чик.
Так, бабки, бабки, бабки. Пока что, увы, особо нет тех вещей, которые я хотел видеть. А это именно... Это именно улики. Давай, улик, где-нибудь. Один, второй, третий. Ну, пожалуйста, игра. Нет, Зефа. Тоже не то. Скелеты, логово Гаргон. Сколько у них, кстати, скорости? Я думаю, достаточно, чтобы дать мне по щам. Так, ладно. Чё, Димера будем качать, чи нет? Ну, с СПшечкой пока проблем нет. Только что толку? Не, можно, конечно, играть в Гаргон. Знаменитая игра в Гаргон. Что значит СП? СП значит Spell Power. Сила магии. Такого не знать-то. Ну, на самом деле, отстой полный. Так, чё, мужиков этих грейдим, не грейдим? Ладно, давайте на всякий случай загрейдим. Так, насчет грейда мужиков, что им дается? Ну им, кстати, только одна скорость, по сути, дается за довольно серьезные финансы. Это я вообще не уверен, что меня интересует. Мы сейчас просто попытаемся вниз бегать. Это даже был деф. Это чисто неуважение к ним. Если бы он хотя бы землю предложил. Блин, ну тут нечего делать, честно говоря. Я прям так смотрю на этот раскладец. Ладно, может, землю мне Димеру дадут? Это немного изменит ситуацию. Ладно, СПшечку берем. Ну, типа, да, у тебя есть СП, чел. У тебя есть 175 урона метеориткой, но что это дает тебе еще? А у тебя что есть? У тебя есть разгон четвертый. Ну, можно его, конечно, увеличить. Без это самое без смс регистрации, но что снизу? Не, можно, конечно, поорать, сыграть знаменитую игру через Гаргон. Да, ну я понимаю, что это очень плохой расклад, который нужно рестартить, но я почему-то хочу орать. Ладно, хватит, Андрей. Давайте попробуем хотя бы первые 15 минут стрима держать себя в руках. Вот, надо.
Опа. Хей, Кэс. Пока мне нравится все. Так. Блин, пока прям приятно. Да, пока прям фантастик. О, опять Диммер. Тебя не качаем. Так, ну что тут казаты? Это бы сломать, посмотреть, что там будет происходить. Но они грейженые. Так, ладно. Wait for it. Ух ты. Лебединый пруд. Не наступить бы в него случайно. Ну тоже уликов ни хрена нет. Можно, конечно, просто... Кстати. Можно... сломаться здесь, в общем, и зарестартиться. Как вам план? 300 мувов. Чик-чик. Чё-то много. Да ладно, но не будет же их много, правда? А сколько у тебя? 100. Ну, кстати, это тоже так себе. Ну, все равно мне этот расклад, честно говоря, не очень нравится. Ладно, давайте, знаете, как сделаем тогда? Димера пока что мы оставим здесь. Так вот. Конечно, куда же мы без морали-то? Так, ну ему говна надавали. Thank you.
Так, ну посмотрим, что из этого выйдет всего. Это все мне не нужно, это все пускай ломается. Пять, ну нормально, сейчас они. Идеально закрылся. Блин, поплотнее, ребят. Да что с вами не так? Вы можете нормально встать? Да, надо было жарить, когда мог. Я думал, по трем мало. Оказалось, что нет. Так, земля есть. Ой, байтит меня, конечно, эта хрень. Байтит, но опять же нет ни одного улика. Ладно. Тут хотя бы нормально разбежались. Я просто не хочу последний рестарт отдавать на такую среднюю раздачу. Она вроде не совсем дерьмовая, поэтому что-то есть в ней. В ней. Так, что, Диммер сразу или потом придет? Так, ну, рано, конечно, еще, но... Кукла прикольная. Так, это я думаю, что мейном туда не побежим. Ой, хороший герой. Да сколько баллист этих у вас есть, ребята, вы чего? Просмотр воздуха. Зергут. Так, ну вниз бежать сейчас пока смысла нет. Нам нужно направо. Можно начать отбивать драйконом. Так-то. Ну, зомби точно сейчас побьем.
Так, теперь внимание, вопрос, куда бежать дальше? Давайте, наверное, сразу по разгону пойдем. Много мужичков. Ну, я думаю, тут изи должно быть все. Простите, пожалуйста. Хотя нет, оставим, наверное. Хотя нет, не оставим. Хотя они настреляют там нормально. Ладно, давайте не будем, наверное, исполнять. Хрен знает, как он это сделал, но спасибо. Я бы больше потерял, в принципе, да, в любом бою. Что такое-то? Стрим-снайпер. Ну, все чувствуется, сейчас отстойная какая-нибудь будет. Так, ну пока что разбежка великолепная, пруд есть. Пруд, гончие. Так, ну вообще, по идее, гидр на первый ход тяжеловато взять. Но можно, типа, просрать немножко мужичков. Даже две есть. Хотя, вы знаете, звучит вроде довольно-таки неплохо. Только для гидр получается какой-нибудь хас нужен. Или волшебство, в общем. Тун-тун-тун-тун. Да, нет, хорошая раздача. Так, ладно, это мясо на улике ставим. Это бы пробить и вниз побежать сразу. Хотя можно и со следующего только раунда. Ладно. Так, грейдить или ГМ ставить? По идее, ГМ лучше. Особенно если я хочу сейчас гидр брать. Но они, сука, жирные, конечно. Да, я полагаю, что все-таки с ГМом лучше берется эта штука. Хаст есть. Замедла нет, но не беда. Или беда. Ну хотя, смотрите, есть щит и хаст. Хотя у меня один СП, так что что-то одно.
хаст, по сути. Ну-ка, сколько у них урона? 2, 3. Ну да, с хастом, в общем, нормально должно быть. Блин, а хаст у меня один, да? Это идеальный бой сейчас, ребят, проходит. Еще, кстати, кольцо есть, которое тоже, в принципе, поможет. Ага, блядь. Интересно, я придумал. Ой, третий еще улик. Это железный плюс. Только как мне по болоту сейчас бегать, не совсем понятно. Ладно, это потом разберемся. Ладно, вы знаете, сейчас я пока что в пруд. Хотя, блин, 95 челиков. Через нычку. Бип. Нет, там гончие, они не ломаются так просто. Не, ну тут, конечно, оставляются гнолов энное количество. Ну, я не знаю, штук 20-25, мне кажется, оставляется. Это не так страшно. Так что поехали.
Такс. Сейчас бьем, хас накидываем в следующем. Двух он не убьет. Ответки сбивать тоже такая себе идея. К сожалению, еще одного хаста нет. Понять бы, когда я теперь буду ходить первый. Эй, ты чего? Так, ну что, Биба есть? Адские гонища, сейчас или потом? При том, что у меня нет маны. Блин, ну их, скорее всего, не то чтобы шибко много. Что-то перебдел. Главное, что на самом деле очень странное поведение у юнитов, когда ты с этим самым воюешь. Ой. Когда против гидры они дерутся, там вообще это самое исполняют очень серьезно. Слушайте, по-моему, в 4 раза примерно лучше автобой подрался. Ну и похер. Хотя, конечно, лучше сначала бип взять. Хотя, Биба грязь, ребят. Я думаю, все это знают. Так, кого берем? Я вот думаю, может вообще гнолов-то не брать даже с собой? Хотя, ладно, вот так вот полезем. И там супер изи будет. Она маленькая, но ничего, 4 биба на самом деле это кайф. Ну, сами понимаете, лучше автобоя подраться невозможно. Не, приятное начало. Объективно. Конца концочка. Амулетик.
Гробница. Вот, кстати, вот классный айтем. Вот ящик интересный. Блин, артефактов тоже навалило очень солидное количество. Скорость плащик еще тоже. Мы сейчас сразу пойдем и возьмем. Короче, ну это, по-моему, прям супер шоколадный расклад. Сейчас, если дракон еще ловит себе этот самый... как его? Землю, то вообще кайф. Сочный кайф. Так, это пока нам не надо. Единственный вопрос, наверное, улик лучше взять сейчас. Утки подождут еще. Нет, разгон нужен какой-то. КЗ там еще есть. Но если КЗ еще, то это реально какой-то зашквар вообще, а не расклад. Но это за всю боль. Мне очень много всякого говна этого сдавало часто. Так, а где КЗ лежит? Вон еще снизу одна... А, блин, КЗ за джинами, реально. Так, что, волшебство? Ничего нет. Щит есть. Блин, кайфово расставились очень. Ой, земля еще, батюшки мои. Короче, просто побежали все ломать. Блин, а у них скорость вообще выше, лол. Блять. Это минус сутка так-то. Хотя не факт. Блять, а это не минус гидра случаем? Да нет.
Так, ну они в этих ударят. В гнолов. Что-то их как-то, блядь, многовато было несколько, по-моему. Ну, понятно, свиток пятый, но это хрень все равно. Потрачено. Нужны срочно новые гнолы. Так, куда мне нужен еще герой? Ну вот, кстати, еще здесь можно новых набрать рекрутов и вниз пробиться все-таки через этих вонючих хоблинов. И ведь войск сейчас не передать, даже в лучшем случае, к сожалению. Хотя, блин, будем пробиваться чем-то сейчас. Вот так. Вот так. Блин, это пробитие века просто будет сейчас. Но легчайшее пробитие века. Не-не-не, за каждого гремлина я отвечаю головой. Сосать. Нет. Тварь. Ну и конечно, в принципе, в конце должно было быть что-то, чтобы я понял, что это ебаный пранк. А, ну ладно. Блин, столько уток, конечно. Жесть. И альтернативный есть выход через птичек. Что есть неплохо. Да ну сколько вас? Чё за... Блин, банды хоб-гоблинов, которые стоят постоянно на пути.
Так, ладно. О, еще кольцо странника, кайф. Но сейчас, походу, без мяса особо будем бить этих челиков. Надеюсь, их там не 900 тысяч. Как прошлых было. Чем мне нужно, получается, вот так вот, например, да? Ну, если что, вот мясо. Ну, 64 это подъемно, плюс хотя тут 4 стека хотя бы, там их было 3 стека, это мне очень сыграло не на руку сильно. Блин, они больно бьют так-то. Давайте, ящеры, душите их. Блин, а меня есть чем разогнать? Походу, не особо, да? Не, чуть-чуть. Ну ладно, разгоним за счет мувов дракона, судя по всему. Блин, тут тоже нельзя пройти. Мантикор, джины. Блин, тут, по-моему, даже разбиваться не надо. Просто идешь и фармишь всю карту. А, кстати, мог бы разогнаться здесь. Так, а что у нас тут? Ну, короче, просто ресурсы подбираем. А, или вот вообще туда можно идти пытаться смотреть, что там. Значит, далее на хате что у нас ставим? Бип. И. Тут еще, блин, тоже все как сильно-то сочно везде. Так, Десса есть? Ага, есть книга, отлично.
Блин, ладно, этих челиков отрыть не будем, будем здесь ждать. Так, ну этот челик больше не нужен, в принципе, здесь. Можно так чисто прочекать, сколько корсаров. Семь на семь, ребят, 49 будет, если что. Минус 2, 40... 40... Ну, вы поняли, короче. Много корсаров. У меня пока что не такая армия, которая без труда заберет это дело. Поэтому их пока не трогаем. Да вы нормальные? Почему всегда настолько много всех подряд? Какая жесть. Упс. Ладно, все равно сейчас, в принципе, конечная для всех будет. Хотя... Не, я думаю, единички мы оставим все-таки вот эти вот. Так, еще маленькая бибница. Ну, типа, все равно 48-47 корсаров это довольно много. Это потеря. Пускай они оставят себе это кольцо. Не нужно оно мне. Так, а мы в свою очередь можем на пополнение маны отправиться. Хотя, подождите-ка. Может, вообще сюда сразу побежать? Големы, вот эта штука. Та-та-та-та-та-та-та-та. Хотелось бы коробку открыть. Но мана нужна под дендроидов. И как-то прокачаться нужно. И это мы уже, наверное, ложком туда осилим. Ну, можно этих морских волков, хотя там может быть еще больше их. Короче, ладно, мейном я реально сюда побегу просто. Хотя это было не обязательно. Не, гайз, давайте без потерь, плес. Хотя здесь так и должно быть. Ну, уже просто солидное количество бип.
Так, переучивать что-нибудь будем? Замедло бы найти. Для этого нужны ресы. Это раз. Вот это два. Maybe next time. Двойка. Так, эта драка похожа на дерьмо, честно говоря. Хотя, дайте-ка подумать. Нет, вроде как все будет нормально. У него хаст вроде как есть. Да, поэтому все чики-брики должно тут быть. Если, конечно, обсираться не начнут люди или утки. Ну, это, естественно, 9. Почему-то не сомневался в этом. Блин, ну вообще велика вероятность то, что он убьет много, но, судя по всему, не настолько велика. Блин. Хотя не норм. Можно ли назвать это достаточным мясом? Я думаю, я лучше на следующий ход подвезу что-нибудь. Там есть 45, а меня подстригут немного войска. Арты? Я арты не взял. Ну, бывает, ребят, бывает, бывает. Так... Блин, зомби. Ну, хотя 4 стрелки есть. Сколько бы там зомби ни было, по-моему, мы всех убьем. А бабок-то не хватает. Хотя... Блин, может... У него статов нет, вот в чем проблема. А у меня нет денег кого-то строить. Ну вот Васиков, типа, можно было бы.
Сейчас Тунард не успеет приехать туда-обратно. Короче, ладно. Как говорится, мужики, разберетесь. И правда разобрались. Так, ну 18 бип, на самом деле, это серьезно уже. Еще плача, конечно, этот плюс 2 скорости. Супер кул, супер найс. Блин, быстрый все равно. Какая скорость качунь? 7-я. Ололо. Ну, блядь. Так, и проблема в том, что Хаста мне один только. Хотя, по-моему, не то чтобы прям проблема. Looks like. Так, ладно, это есть. Это мы возьмем. И побежим туда. Кстати, хочу ли я открыть коробку вот здесь? Ну, вообще, это похоже на хорошую коробку. Можно реально тут порезвиться пока немного. Типа, можно, конечно, демонов. Хотя, ладно, демоны потом. Сейчас пока здесь прочилку устроим. Постройка для слабых. Да, пробить КЗ. Кстати, да, я забыл про КЗ. То есть... Вот
вот это вот, на самом деле, можно этим не заниматься, хотя мне бы не помешало бы землю все-таки докачать, но, возможно, землю я докачаю так. Надо было все-таки, да, идти на этот самый, на колодец и на КЗ сворачивать. Хотя, опять же, с джиннами могут не то чтобы проблемы, но неприятности возникнуть. С массовым замедлом их лучше брать все-таки. Так-то это получается долго, если я пойду сейчас вниз, потом над джином, потом колодец отобью еще. Мне по-хорошему надо уже, если что, даже жертвовать утками небольшим количеством. Короче, да, это я сейчас хрен сделал, надо было идти уже к джинам. По этому поводу гробницу мы даже, наверное, открывать не будем. Просто, короче, ладно, я смирюсь с тем, что я потратил мувов на то, что свернул вниз. И сейчас прям побегу вот бум-бум, вот эти два боя проводить. Потом, да, потом беру вот эту штуку, колодец, разбиваюсь минотавров. И вот туда вот. Восстанавливаем ману. Маны будет много, земля есть, резурект есть. По идее, все должно быть чики-брики. Должна быть простая игра. Правда, опять же, джинов может быть много, но они сами по себе хиленькие. Даже вот на статовый бой против такого количества виверн они отлетят довольно серьезно. Еще, по-моему, у меня был где-то улей, который я не взял. А может и нет. Не, значит, все взял. А, ну вот, не взял один, но это соседний так-то. Вот, короче, все ок, конечно же. Можно было лучше все сделать, но и так тоже нормально. Фух. Какое облегчение, блядь. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. На мынку новорожденному герою. Спасибо большое. A little bit of ошибочка. Надо все-таки какой-то аджор против джинов взять. Спасибо большое, Тимбер, за 500 рублей. Восстановим. Блин, сраные гремлины все руинят. Вот так вот, блядь. Будет битва. Это, если что, ребята, финальная битва из этих самых Игр Престолов. Сори за спойлер.
Колодец. Так колодец пока не нужен. Колодец это пока минус мувы. В колодец я зайду попозже. Хотя, не то чтобы у меня много маны сейчас, но... Мне, по сути, нужно маны на драку только вот с этими челиками. Эти развалятся так, чисто по рофлу. Почему не грейжены утки? Потому что, это самое, бабок не было. Хотя, наверное, стоило загрейдить. Да, ну тут, конечно, оп, ребят, да. Ну-ка, что там за шахтер у нас? Аламар с землей. И говорит, игра придушила. Не, ну конечно, когда Аламар с землей охотится за кольцами, это, конечно, да. Ну, ребят, ладно, чё, понятно, что большинство игроков в мире хуже меня играет эту игру, это понятно, всё. А, так он пошел и слился, что ли? Он ложком пошел, этот самый, что ли? Нет. Да не. Ну, шахтер 4 уровня, конечно. Раз, два, три цеха в одном экране. Лабиринт, ну да, это, конечно, не берется. Что можно было бы сделать? Типа как-то с цехов разгоняться, отбивать, возможно, ящик этот. От эфритов можно, конечно, тоже пизды получить и закончить. А, у него архи на ГО. Ну, так, да, не то чтобы супер все очевидно в этом раскладе. Он, видимо, сразу такой вырвался, что-то побежал туда-сюда. Вампы. Вот сюда можно было бы сбегать, прокачаться. Может быть, эту штуку открыть. Ну, а так, да, конечно, не то что шибко все круто. Если найти способ отбить цеха, то еще ладно. Возможно, второй цех он берет. А, ну вот, да, у него пещера была. Ребят, ну, я вам скажу так, что
Уже довольно-таки серьезный игрок, конечно, на дрейде. Онлайн-лобби, ребят. 61 рейтинг так-то. Это вам все не просто так. Ладно, сейчас Андрей, небольшой перерыв, и потом, наверное, в дотку зайдем. Расскажи, плиз, подробно, что случилось в составе КБЛ? Ой, сейчас расскажу. Ой, расскажу. Чат интересуется. Сейчас такую жесть расскажу, конечно, ребят, поэтому... Ой... Далеко не уходите, ребят. Сейчас просто вот все расскажу прям, все расскажу. Вот все, что наболело, все выскажу. Все, БРБ.